5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня вышло новое событие 21 сезона «Испытай свою удачу». Да, оно было в прошлом сезоне, но это хотя бы что-то новое, поэтому решил записать. У меня тут есть чуть-чуть крышечек, 1370, плюс я еще хотел колесо крутануть, колесо фортуны, или как оно там, удачи называется. Так, дайте мне что-то интересное. А, мистери. Значит, хрень, да? Ну да, 10 аптечек дали. Плюс еще тут 600. В принципе, 2000 пойдет. В прошлый раз я, по-моему, использовал там то ли 200, то ли 400. Я уже не помню. Ну, что-то в этом районе. Так, давайте по 30 будем крутить. На авто поставлю. Клевер 39, крышки 90. Надо было показать, что там вообще, что за награда. Ну, сейчас чуть покрутим и потом посмотрим. Так, давай-давай, еще клевер. Тут также надо 460 клевера накопить, и у вас будет все 7 наград. Опа, джекпотик. А, так, что мне дадут? Стекловолокно? Нет, ботиночки, ну. Тоже такое себе удовольствие. Этот сет, он, по сути, нахрен не нужен. В игре, в принципе, больше военного сета ничего не надо. Спецвойск — это уже перебор. А тут кевларовые предлагают. Так, чуть-чуть. Давай, давай, джекпотик. Так. Опа, вот это прикольно. И еще чуть-чуть. Ну, где же... О, ничего себе, 450. Нехило. Было 3900 вроде бы, или 3700, я уже не помню. Не обратил внимания. Так, крутись, еще 165. А, все, клевер больше не падает. Ну-ка. И еще раз. Нет, клевер больше не падает. Значит, я уже все. В прошлый раз он падал, после того, как вы достигали 460, сейчас, видите, исправили эту ошибку. Недоработку даже. Не ошибку, недоработку. Ну, джекпот я доживу, нет. Столько уже призов было, должен быть джекпот. Давным-давно. А его все нету, нету. Ну, давай, давай. Джекпотик, ты где? Еще раз сишки. Ни хрена себе. Это что за везение, ё-моё. Смотрите, как везет-то, а. Жесть. Это реально жесть. 3 или 4 раза подряд 3 сишки выпало. А джекпота нету, нету. Ты где? Что-то забагалось, что ли? О, наконец-то. Так, давайте мне ВСС. ВСС, ВСС. ВСС. Надо зеленый, да? О, ВСС. Круто, 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 круто. Так, ладно. Здесь мы прекращаем. Что у меня в ящике тут есть? А, гранатометы. Сета полноценного нету. Давайте смотреть. Сезон. А, кстати, у меня снабжение еще было. Давайте откроем. Тут у меня... Блин. Выбор между взрывчаткой и скаром. Ну, я взрывчатку заберу. Мне нужнее. Ежедневный бонус тоже забираем. Ящики, рыболовный турнир. Надо еще ящик выловить. Испытай свою удачу. 20 гранат, мачете, 10 знаков отличия, реаниматор, пистолет. Еще 20 знаков отличия и гранатомет. Не помню, как было в прошлый раз, но что-то мне кажется, что тут получше. Выходные альфа это будут завтра начнется. Коллекционер, арена, мастер на все руки. Это все 11 числа начнется. 3 ивента будет. Но это надо будет посмотреть, что там, я уже не помню. Так, я вот не открывал, у меня 138 знаков отличия. Хочу выбить эти два вот байка. Смотреть, попадется, нет. Так, ну тут явно косу заберу себе. Дальше открываем. Ага,
Ну, тут стопудово титановый слиток. Карбон мне нахрен не нужен. Кевларовый сет тоже. Ботинки заберу. Так, давай дальше. Титановые, стальные слитки. Еще раз. Не, ну тут калаш лучше забрать, мне кажется. Так, еще раз открываем. Тут, ну, стекло пусть будет. Дубовые доски или топливный брикет. Давайте топливный брикет заберу. Досок у меня много. Так, тут мина или мачете. Лучше мина, конечно же. Ну, пусть будут обломки титановой брони. Так, алё, где скины-то? Вот эти два надо. То, чтобы я прям сильно их хотел, но для коллекции не помешает. Тут катану. Она лучше, больше нравится, чем коса. Давайте сет соберу. Может быть, получится усиленный. Коса пускай будет. Слитки, портфель не надо. М-ку заберу. Что дальше? Ну, ботинки возьму. Что-то как-то не густо. Я уже открыл больше половины. Использовал больше половины знаков отличия, но что-то с кином так и не пахнет. Да, мина пускай будет. Открываю. Видимо, все придется потратить. Тут пистолет стопудово. Опа, а вот и скинчик выпал. Ну, хотя бы так. Ты выбор особо не велик тут. Кевлары и гарпуну нахрен надо. Так, скин на байк выбил, осталось на рюкзак. О, в смысле? Блин, я уже обрадовался, думал, скин выпал. Ладно, пистолет тоже хорошо. Ну, может, мне за эти 30 выпадет еще один скинчик, да? Выпадет же, да? Пусть будет кувалда. 28 осталось. Штаны, во. Осталось найти, по-моему, курточку или... Не, шапку вроде бы. Опа. Еще один миротворец, слушайте. Прям четенько падает, а? Уже 2 или 3 миротворца. Труба. Тут что у нас? Ну, заберу аптечки. И последний ящик. Давай, давай. Фигня. Еще раз аптечки. Ладно, тут мы наоткрывались. Что в итоге получили? Аптечки, трубы, миротворцы, усиленные джинсы, кувалды, пистолет. Ну, пойдет, в принципе, не так прям топово. Но, в принципе, нормально. Пойдет. Так, экипировка, я сет собрал. Головы нету, да. Или есть. Или где-то тут голова есть. Да, голова одна есть. Так, ладно, мне... Так, стоп, это не то. Мне надо открыть вот эти еще ящики тут. Три штуки упало. Давайте посмотрим. Дробовик неплохой. Ну, у меня мода есть, я его модифицирую. Скар. Неплохо. И... Ну да, винчестер такой себе, конечно. У меня, ну, в принципе, наградами я довольный. То, что мне упало, в принципе, очень даже неплохо. Мне все нравится. Так, ВСС я с собой заберу. И... А что еще хотел показать? Я не помню. Тут что-то еще есть. Так, ну, в принципе, мы все сделали. Тут остается только ждать. Но выходные альфа навряд ли я буду записывать. Коллекционер, арену, мастер на все руки это запишу. Оно все в один день выйдет. А вот альфа, я думаю, там записывать уже нечего. Здесь хотя бы что-то неординарное. Вот это вот, испытай свою удачу. Что-то новенькое. Ну а на этом все, ребят. Надеюсь, этот ролик вам понравился. Вы оцените его лайком. Пока-пока. До скорых встреч.